Вітаю вас. В ефірі програма «Вимагайте правди» та я її ведучий Сергій Нікітенко. Сьогодні у нас в гостях депутат Херсонської міської ради В'ячеслав Васильович Єременко. Доброго дня, Доброго дня. Вітаю. Ви досвідчений депутат. В минулій каденції ви були депутатом обласної ради, до цього були першим заступником міського голови, депутатом неодноразово обиралися міської ради. Тобто ви вже, скажімо, на відміну від своїх молодих колег, окунулися в роботу, скажімо, з першого дня, і працюєте ви в комісії з питань ЖКХ. Тобто цікаво було б почути вашу думку про раду нового скликання і про вашу роботу. Ну, во-первых, такого обновления состава депутатского корпуса, как произошло вот сейчас, не было за всю историю независимой Украины. Как правило, две трети депутатов предыдущего созыва, они переходили в следующий состав, и обновление было 30-35%, сейчас это около 80%. Большое количество новых людей, которые никогда не были связаны с органами местного самоуправления, не знают депутатскую работу, не знают полномочия органов местного самоуправления и за что отвечают исполнительные органы, чем занимается непосредственно совет. Конечно, это создает достаточно много таких курьезных моментов, типа, где получать будут депутаты заработную плату, но тем не менее у меня нет какого-то такого беспокойства либо отторжения того состава, который есть депутатского корпуса. Кого выбрали, того выбрали. И я думаю, что он через короткое время будет, по крайней мере, не хуже предыдущего состава. Надеемся, что лучше, и войдут в курс, научатся, разберутся. Ничего в этом сверхсложного нет, тем более депутаты работают на общественных началах и принимают решения коллегиально. Соответственно, тот, кто не разобрался, может проголосовать, подтвердить свою точку зрения, опираясь на мнение своего коллеги, которому он доверяет. Житлово-комунальна сфера, її багато критикували ви, ну, ваша партія під час виборів, і зараз постійно є заяви, да, про не таку роботу, як потрібно житлово-комунального господарства міста. Що вже вдалося за ці, ну, там, за цей місяць, скажімо, роботи зробити? Во-первых, жизнедеятельность города, она касается всех нас без исключения. И тех, которые учат, и тех, которые лечат, и тех, которые работают, и пенсионеров, и маленьких наших сограждан. Это одна из, без преувеличения могу сказать, основных сфер, которой должен опекаться городской совет, и это делегированные государством полномочия. Что сделано? Ну, практически на сегодняшний день ничего невозможно было сделать, потому что совет только начал работать. Определены были составы комиссии, распределены депутаты по, соответственно, постоянным депутатским комиссиям, избраны были органы управления и принят был в такой скоропалительной форме бюджет и программа. Почему скоропалительной? Потому что по бюджетному кодексу государственный бюджет должен приниматься в ноябре, а все решения сессии должны быть как проекты розданы на руки и опубликованы за 21 день до того, когда они рассматриваются. А когда они появились за 2-3 дня, и 80%, почти 80% депутатского корпуса никогда не видели в глаза, его принимали вот так, как его принимали. Сейчас главный вопрос – это программа, которая будет выноситься на следующую сессию. И уже третье заседание комиссии, она обсуждается как проект, потому что программа развитку работы жилого коммунального господарства, значит, которая состоит из подпрограмм и программ, которые имеют отраслевую направленность, и все, без исключения, они актуальны. Не может быть пропущена ни одна программа. Ну, во-первых, это программы, связанные с водообеспечением, водоотведением, это программы, связанные с централизованным теплоснабжением, это программы, связанные с, там, с благоустройством, капитальным ремонтом и через запятую,
Учитывая, что в этом году меняется радикально законодательство, связанное с жилым фондом, да, есть закон об особенностях собственности в многоквартирных жилых домах, который вступает в силу с 1 июля, который упраздняет как таковые ЖЭКи. Ну, мы бачим, все ЖЭКи зараз перереєструються. Да, это первое. Значит, второе, есть вещи, которые носят характер продленных проблем, которые никуда не делись и которые не будут решены в течение одного года. Это невозможно. Это проблемы дорог, это проблемы бродячих животных, это проблемы Херсонской ТЭЦ государственной, которая не опекается. Это проблемы полигона твердых бытовых отходов, который заканчивает свое действие в 2017 году и через запятую. Поэтому та программа, которая первоначально была вынесена департаментом ЖКХ на рассмотрение постоянной комиссии, она была отвергнута, потому что она была сырая, абсолютно сырая. Она состояла из констатации фактов, жалоб на судьбу, что все плохо, все изношено и денег нет, и лозунгов без всяких цифр, обоснований и приоритетов. Лозунгов типа «улучшить», «повысить», «развить» и так далее. То есть это никому не понравилось, и ее, так сказать, даже рассматривать не стали. Второй вариант был несколько получше, но в любом случае он не соответствовал тому, что необходимо. Он был неполный, он был без анализа выполнения предыдущей программы, а предыдущая программа была достаточно качественная, она была принята городским советом на 2010-2014 год и считалась справедливо одной из лучших на юге Украины. Соответственно, новая программа, исходя из принципа о том, что управление и жизнедеятельность — это процессы, которые происходят непрерывно, она должна начинаться с анализа, выделение актуальных, да, проблем, понимание тех приоритетов, тех сложностей, угроз, которые существуют в этой сфере, и далее программы и подпрограммы. Начиная посадовцев от... есть стратегическое бачення хотя бы? Якщо, ну, мы зрозуміли, программы нема, но хотя бы какие-то намагання побудувати стратегическое бачення? Ну, пока общий язык находится с большим трудом, и есть понимание недостаточного уровня компетентности и добросовестности, и отсутствие понимания системного подхода, когда необходимо начинать с основных моментов, допустим, цели. И основные задачи, после этого должна быть создана рабочая группа из профильных специалистов, в том числе и руководителей коммунальных предприятий, где каждый отрабатывает свой раздел, подводя итоги и формируя планы на год предстоящий и на последующие годы. Почему на последующие? Потому что, ну, должна программа иметь продленное действие. Каждый год, естественно, она будет иметь какие-то улучшения, то есть корректировки, змины до программы. Но, тем не менее, она не может быть только лишь на один год. Это понятно. Ну, сказал про программу, там, та, яка діяла в 2010-2014 році, вона була найкраща, але сфера ЖКХ в Херсоні не стала тоді найкращою, да, скажімо. Чи буде зараз, наприклад, якщо напишуть найкращу в світі програму, це допоможе чи ні місту? Ну, я маю на увазі, допоможе це відчути нам, городянам, що щось... Ну, во-первых, по той программе было достаточно много сделано, но недостаточно для того, чтобы почувствовать явное серьезное улучшение. Связано это было с рядом проблем, в том числе и спецификой нашего региона, где у нас за 10 лет 10 губернаторов, и каждый пытался в первую очередь заниматься областным центром, ставить под контроль городскую голову, а не искать взаимопонимание. Есть города в Украине, где таких проблем не было, где были лучшие взаимодействия, и где получалось, разрабатывая качественные программы, а без программы невозможно получить деньги из государственного бюджета, получать из госбюджета по программам социально-экономичного развития, по другим направлениям, средств в 5, 6, 7 раз больше, чем получал город Херсон. Потому что объединялись усилия государственной ветви,
облгосадминистрации, местных органов самоуправления принимались качественные программы, а без качественных программ, обоснованных и подтвержденных цифрами, расчетами, проектами, в Киеве никто общаться не будет. И получали оттуда средства. Получали оттуда... Зараз я надею отримати хоч якісь кошти. Если будет качественная программа, если будет стремление работать не только сегодня на сегодня, но и на год-два вперед, тогда это будет. А если мы будем начинать и бросать, как это у нас было с гибкой серией, когда сначала у нас была программа, один год средства выделялись, потом не поддержала... Это будинки пятиповерхів. Да. Угу. Да, у нас их в общей сложности на 70 тысяч квадратных метров, 21 дом, и они нуждаются в отселении. Отселить их невозможно за счет местного бюджета. Учитывая, тем более, что эта гибкая серия, она в городе Херсоне была как экспериментальная, внедрена по решению центральных органов власти, то есть на тот момент правительство УССР. Да. Соответственно, город имеет право и должен рассчитывать, и это подтверждалось той программой, которая была принята в 2007 году, получать поддержку на решение этих вопросов со стороны центрального бюджета. Таких примеров можно приводить достаточно много. Город Херсон, он специфичен, как специфичен и любой другой город, в своих проблемах, в своих возможностях. Но, тем не менее, мы имеем право получать из центрального бюджета столько, сколько получают, исходя из пропорции численности населения, другие города. Но учитывая, что мы не представляем в Киев программ, которые имеют проекты, прошедшие экспертизу, то деньги, которые мы могли получить, они перераспределяются в другие города. Этим должны заниматься профильное управление исполнительных органов городского совета. И поддержку, естественно, должна осуществлять областная государственная администрация, потому что в кабинете министров легче решать вопросы, когда за них борется одновременно и глава администрации, и мэр города, Миський голова. Но в любом случае надо делать это совместно. Тогда получается. И стабильность она должна быть. А стабильность, она предполагает уровень компетентности, уровень глубины понимания тех проблем, которые необходимо решать. И, соответственно, получаются и результаты. Питання багато кажуть депутати про нераціональне використання коштів. Да? Минулого року було в бюджеті заплановано велика сума на житлово-комунальну сферу. Там, ми бачили, в принципі, що було відремонтовано ліфти, там інше, да? Там якісь міждворові проїзди. Але кажуть, що гроші використовуються не зовсім так, як потрібно. Що з цим робити? Во-первых, это те, которые отвечают за эту работу в городе. Они должны обладать не только компетентностью, но и добросовестностью. Не буду продолжать дальше. Средства, которые были, средства, которые выделялись в прошлом году, но они были достаточны для того, чтобы сделать значительно больше, чем это было сделано фактически. К сожалению, исходя из субъективных качеств, большое количество подрядчиков, которые отвечали за свои обязательства, которые давали обоснованные гарантийные сроки, по каким-то причинам были исключены из тех, которые работали в 2015 году на бюджете. Вместо них появились пришлые ЧП, МП, малые предприятия, которые занимаются одновременно с кровлями, производством там, пирогов, там, шьют одежду, не имеют ни квалифицированных людей, ни технологических карт, но берутся за работу, за которую потом подписывают гарантийные обязательства на протяжении там, 5, 6, 7 лет устранения брака, но после этого они практически ликвидируются, реорганизуются, и кровля течет через год, через два, после того, когда ее сделали. Это зона ответственности непосредственно тех, кто проводит торги и кто подписывает договора с такими структурами. На кровлях безобразий не просто много, их огромное количество, которыми сейчас начала заниматься в том числе и профильная комиссия. Такие же самые вещи, они происходят в Горсвете, где по завышенным ценам приобретаются материалы
не просто по завышенным, а по явно завышенным ценам. Не учитываются в коммунальных предприятиях те доходы, которые они получают от прочей деятельности, от услуг, механизмов, которые они оказывают на сторону, от предоставления, допустим, электроэнергии горсветом нашим рекламным фирмам. Мы видим, что все практически рекламоносители, многие, по крайней мере, они в позднее время подсвечены. Они подсвечены именно от сетей. За рахунок міського бюджету. Да, они же должны получать компенсацию. Они нигде в балансе не отражены, и в финансовых результатах мы не видим. Депутаты уже, можливо, намітили якийсь план как раз по работе с, да, хотя бы с коммунальным предприятием. Да. Какие это предприятия? По ряду предприятий. Там гарантия, насколько я уже знаю. Гарантия, да, значит, 3 коммунальных ЖЭКа. Само горжилуправление, которое есть и будет отвечать не горжилуправление, а департамент за те договора, за гарантийные сроки, за качество выполненных работ. Ну и еще другие предприятия. На следующей комиссии должны быть рассмотрены первые документы. Это баланс, отчет о финансовых результатах. И, соответственно, дальше комиссия будет определяться, как быть, что дополнительно запрашивать, куда обращаться и так далее. Но в любом случае порядка там меньше, чем беспорядка, и претензий к руководителю департамента Молдова Наталье Викторовне очень много. Чи є у вас бачення того, хто має стати на це місце? Я думаю, что для начала место свято пустым не бывает. И я думаю, что для начала надо определиться с причинами и предъявить обоснованные претензии, а не такие обобщенные. Если депутаты не вдоволені, у них же мають бути якісь пропозиції свої чи ні? Вопрос новых лиц, которые должны появиться в этой сфере. Он обсуждается, но пока он не выносится в открытую сферу, потому что нет еще решения. И на сегодняшний день те должности, о которых мы говорим, они заняты конкретными людьми, которые находятся в постоянных трудовых отношениях с городским головой. И, соответственно... Депутаты уже не раз заявляли, что они хотят оновить владу, да, обнулить, как часто говорят, склад, в том числе и керівництво, да, там, департаментів, управлінь и так далее. Але жоден з них, мы постоянно спілкуємося, жоден з них не навів жодного прізвища, ким можна було когось замінити. Тобто виходить, що всі хочуть тільки звільняти, призначати ніхто не хоче. Это не так. Значит, есть достаточно серьезный резерв кадров, есть люди с очень высоким профессиональным опытом и знаниями, которые в силу субъективных причин были уволены за последние 2-3 года, потому что было желание привести своих людей, которые бы отвечали в первую очередь преданностью, а во вторую очередь обладали достаточным опытом и знаниями. Поэтому за останні 2 роки в ЖКХ був звільнений тільки Ярошевський, наскільки я знаю, який зараз Ярошевський, в ДНР. Да, Ярошевський був і замом по ЖКХ короткое время, і первым заместителем городского головы. Кузьмин відповідав постійно, да, Кузьмин, там, да, да. Марченко був, да, якого постійно всі ругали, депутати і так далі. Тобто, да. Ви кажете, що були спеціалісти. Де ж вони? Якщо ці люди, яких постійно сварили депутати там і так далі. Якщо ми приводимо примір, да, по тому ж горжилуправлінню, то был прекрасный специалист, который занимался финансами, который знал тендерные процедуры и с которым не было проблем, хотя работа правоохранительных органов и контроль со стороны прокуратуры, которая ранее осуществляла общий надзор, был значительно выше, чем он есть сейчас. Это Виктория Логвинова. Достаточно долго и неплохо работал Сергей Степанович Собчук, который был прекрасным полевым командиром в коммунальной сфере. Прекрасный опыт, знания теоретические, практические есть у Пепеля Владимира Петровича, который работал и руководителем департамента, и руководителем работал горжилуправления. Начинал он в водоканале, где дошел до главного инженера, после этого был ГАЗ. То есть уровень его технической подготовки и грамотности, он не подвергается сомнению никаким.
и так далее. Есть в коммунальных предприятиях и молодежь, и зрелые люди, которые переросли себя, которые отвечают всем параметрам, значит, и которых нужно выдвигать, они должны расти на более масштабную, интересную работу. Я считаю, что нужно в любом случае на первое место ставить порядочность и профессионализм, а потом уже выяснять, чей человек и каких взглядов он придерживается. Мы должны заниматься реальной работой, решением конкретных проблем, а не поиском, кто с кем был и кто кого любит, либо не любит. Ви згадали про тендерні процедури. Да? Ну, ми вже знаємо, що цього року минулорічні тендери по закупівлі послуг по прибиранню міста були визнані, такими, що проведені з порушенням закону. У депутатів є зараз якісь бачення, що робити з цього року? Бо конкурс вже об'явлений, здається, ось буде розпочато подання пропозицій. Ну, в первую очередь, я думаю, что нужно руководствоваться теми принципами, о которых я говорил. Это опыт, наличие собственных кадров рабочих, наличие инструментов, оснастки, потому что те, которые приходили, их не так мало, это были в основном фирмы-посредники, которые нанимали, опять же, тех, кто работал ранее, оставляя себе маржу в размере там, 10-20%. А загоняли в нулевую практически рентабельность тех, которые годами работали там. И ЧП «Садовая», там, и другие, которые много лет работали, которые знают, которые вкладывали. ЧП «Садовая», до речі, здається, в цьому, не сама вона, а її фірма в цьому переліку, здається. Да, да, да. Я ее привел как пример человека, который добросовестной многолетней работой доказал то, что она отвечает принципу, да, человек на своем месте, который работу знает и на которого можно положиться, и который не подведет ни в сложное время, ни в сложной ситуации. Ну, мы говорим пока что в большей степени о том, что связано с благоустройством, с озеленением, но у нас же есть еще такие сферы, которые определяют жизнедеятельность города, да? И там и водоканал, и теплоэнерго, и есть там, у нас проблемы. Я так розумію, це якраз ці серйозні підприємства, там менше питань, що до водоканалу, до теплоенерго, у них, ну, хоча б ніяких скандалів таких не чутно хоча. Ну, там есть своя специфика, потому что эти предприятия, они работают в сложных условиях, тарифы регулируемые, затраты растут значительно быстрее, чем пересматриваются тарифы, и мы жалуемся, что услуга дорогая, но понимаем, вернее, не понимаем о том, что каждый месяц, вернее, каждую неделю там, на копейку-две увеличивается стоимость электроэнергии, а тарифы пересматриваются, дай бог, раз в полгода, в год растет минимальная заработная плата, растут все практически составляющие, которые включаются в себестоимость. Плюс у нас... Нам обещают, на выборах вы баллотувалися на посаду міського голови, разом с вами на выборы шел теж ваш конкурент, який обещал снизить в 4 раза тарифы. Ну, будем чекать. Я с иронией отношусь к такому заявлению, потому что когда затраты растут, главная задача – это оптимизировать расходы, сделать так, чтобы они росли меньше, настолько, насколько это возможно. И находить дополнительные источники доходов и какие-то компенсирующие моменты, которые дают возможность не повышать пропорционально росту затрат тариф. Потому что любое увеличение тарифа ведет на определенный период к снижению платежеспособности населения, которая не растет так, и, соответственно, люди не оплачиваются, а финансовый поток уменьшается, когда цены растут. Це зрозуміло. Ну, з тарифами там питання, скажімо, заполітизовано. Да? Питання у нас, ну, ми займаємося більше антикорупційною діяльністю. Корупційні ризики в ЖКХ надто високі. Які є виходи, скажімо, з цієї ситуації? Як їх мінімізувати, скажімо?
Ну, во-первых... Ну, крім того, що да. Я казав, да, шукати людей, які будуть добросовісними там, і чесними, ну, не только, не только людей, а исполнителей в целом со стороны. Это раз. Второе. Максимальное количество бюджетных средств необходимо осваивать через коммунальные предприятия. Ну як, якщо комунальні підприємства програють тендер, вони не можуть конкурувати з приватною фірмою? Ну, вони програють тендери, тому що створюються такі умови, щоб вони програвали. Ну, не завжди. Дуже часто. Приватні підприємства пропонують дійсно кращу ціну, а, ну, а за законом, в принципі, міська влада зрозуміла, що має там коригувати деякі умови торгів. Але, як правило, головна умова – це ціна. Но есть вещи, которые касаются не только цены. Во-первых, до миллиона на... Ну, цена капитальному. Да, это не касается процедуры открытых торгов. Это раз. Во-вторых, есть условия, которые касаются предприятий, имеющих у себя на балансе те основные фонды, которые являются ну, источником оказания услуги либо передачи продукции населению. Да? Мы же понимаем о том, что не может быть, кроме водоканала, кто-то другой, не может, кроме теплоэнергии. Мы понимаем, что Горсвет, он единый исполнитель, единственный исполнитель. Минэкономики подтверждает, что он единственный исполнитель, потому что у него на балансе находятся сети, подстанции, пускорегулирующая аппаратура и все остальное, что связано с оказанием этой услуги. Что касается, допустим, парков, скверов, да, то есть примеры в других городах, когда они оказываются, вернее, по решению городского совета, они на баланс передаются коммунальному предприятию, тогда коммунальное предприятие их обслуживает. Но... Короче, в Запорожье парк Дубовый Гай выходит уже на окупаемость. Да. Это вот то, что связано со стабильностью. А что касается уборки, благоустройства, установки малых архитектурных форм, здесь должны быть открытые торги, и здесь основной параметр – это цена-качество. Но при этом должна быть еще и гарантия. Но когда у нас происходит постоянная смена подрядчиков, люди не успевают накопить опыт, они не понимают, как работать с бюджетными деньгами, они не понимают ну, всей процедуры. Не может в результате одноразового какого-то действия появиться опыт, знания и квалификация исполнителей. Точно так же, как сад, да, он не вырастает за один день. Да? Яркое заявление или яркое какое-то событие или действие не формирует ту репутацию, которая формируется за годы работы, когда люди понимают, предвидят, делают то, что необходимо для того, чтобы работы были довольны, за нее заплатили, не было претензий по использованию бюджетных средств, и эту работу предложили бы выполнить и в следующем году. А когда у нас приходят однодневки, у которых задача максимально выжать финансового результата, и они понимают, что в следующем году их не будет, такое получается и качество. Я приводил пример кровель. Кровля так само з дорогами і так далі, якщо дорога там. До речі, комунальне підприємство «Дорожник», вони там намагалися запустити свій асфальтний завод, він працює зараз чи ні? Ну, він працював от до останнього часу. Зараз зима, зараз асфальт розігрівати, зараз працювати може тільки холодним асфальтом. Це временна робота. Ну, це приклад, ну, в принципі, це підприємство працює нормально чи ні? Це підприємство працює відносно нормально, тому що, якщо подивитися на його історію, історія його, вона, к сожалению, на сьогоднішній день виглядить як печальний результат відношення к своєму підприємству. Вона починалась тоді, коли було «Елавтодорог», коли було більше 100 единиц техніки. Когда это предприятие было крупнейшим подрядчиком в городе по выполнению работ. Потом мы погрузились там, в 90-е годы все вместе, средств категорически не хватало, работы нужно было выполнять. Этому предприятию из бюджета давали деньги на материалы и на заработную плату, а за выполненные работы не рассчитывались. Накапливались долги, эти долги были в том числе и перед бюджетом, перед пенсионным фондом, начислялись пени, штрафы, и предприятие ну, превращалось в то предприятие, которое в результате вот такого отношения к нему со стороны собственника и городского совета исполнительных органов пришло
к тому жалкому состоянию, в котором оно находилось еще до последних лет. Но сейчас, вот последние годы, там, приобрели крас с установкой для ямочного ремонта. Выделены были средства там для капитального ремонта. Там багато закупили, там закуповується багато різного обладнання. Да, начали закупать, потому что в любом случае мы понимаем, что рассчитывать на то, что будет без поломок работать пескоразбрызгиватель, когда идет снег или гололед, которому более 30 лет, а он работает в агрессивной среде, потому что песок с солью и понятно, что с дорог, то и эффект такой же. В любом случае, как я уже говорил, надо как настоящему хозяину, городскому совету, заботиться в первую очередь о своих коммунальных предприятиях, обновлять технику, насыщать ее и, соответственно, подбирать туда кадры. Ми ж розуміємо, що держава, ну, в даному випадку орган місцевого самоврядування, ну, він не такий гарний менеджер, скажімо, як приватний власник. Чи можливо піти по шляху, коли віддати всі підряди приватним фірмам? Навіщо тягнути за собою ці комунальні підприємства, які постійно отримують гроші і нічого ми не бачимо? Та ж сама гарантія, постійно її шпиняють, що вона отримує багато грошей, і ми бачимо там ремонт пушки за 24 тисячі, наприклад. Ну, гарантію превратили в останні роки в чорну діру, в якій просто пропадає бюджетні средства. Взагалі не потрібно місце такі. Від тих людей, які її такою зробили, і тих людей, які туди поставили таких руководителей. Правильно, це сочетання нескольких форм собственності. И недаром существует у нас закон о частно-государственном партнерстве, и недаром во всем мире есть сочетание вот, именно предприятий, которые относятся в собственности громады, а такими именно являются коммунальные предприятия, и предприятиями, которые работают на подряде, выполняя те или иные работы. Не может быть одной единственной формы. Многоукладність, як говорять, це... Ну, прикладів нема. У нас тільки дві крайності. Або це приватна фірма, як правило, нікому не відома, або це комунальне підприємство, яке, може, і відомо, але його робота бажає кращого. Ну, я думаю, що, по крайній мірі, ми вспоминали з вами «Елавтодорог», яка зараз називається «КП «Дорожник». То це підприємство, воно потрібно місту, і воно виконує роботи круглогодично. Летом это ремонт дорог, и ямочные, и капитальные. Ну, бачили, что у них дуже мало зимой, подрядов. Мало подрядов. Почему? Потому что они эти подряды не получали, потому что у них недостаточно мощностей и квалифицированных кадров. Если об этом предприятии заботиться, то его можно и нужно выводить на тот уровень, чтобы оно работало эффективно. Но, естественно, понимая о том, что оно должно быть загружено круглогодично, а вот пиковые периоды, когда идет летний период капитального ремонта дорог, естественно, надо привлекать подрядчиков, и подрядчиков компетентных, грамотных, брати, с техникой. Где их взять, этих компетентных? Они есть. Они есть. Они есть и в городе Херсоне, они есть, ну, и по соседству. Ну, мы бачили, Цюрюбинський райавтодор, він там був випадок на Таврійському, зробив так дорогу, що довелося переробляти все. Но, ось є. Есть разные обстоятельства и разные причины, в которых надо разбираться конкретно. Но, тем не менее, есть объекты, где дорога служит 10 лет, хотя гарантийный срок 1 год, и никаких проблем не возникает. Мост через реку Кошевую. Помните, да? Когда был еще президентом Кучма, был его подарок городу Херсону, это за счет средств Министерства транспорта Украины, был выполнен капитальный ремонт моста через реку Кошевую. Так вот, там с применением современных материалов, технологий, был положен асфальт, который работает в самых тяжелых условиях, потому что это вибрации, потому что это ветровые нагрузки и все остальное. Мост стоит, никто его капитально ремонтировал. Стоит, да. Потому что выполнял облавтодор в качестве подрядчика. Какое его подразделение, сейчас уже не помню, но тем не менее, это мощная структура, где есть своя лаборатория, где есть асфальтно-бетонные заводы, которые выпускают современного качества асфальтобетона и так далее. Я дякую вам за таку бесіду. Можливо, вона була трошки переповнена спеціальними термінами, не всім зрозуміло. Мені дуже цікаво було дізнатися про
ваше бачення, скажімо, тим паче, що це бачення опозиції, яка має контролювати, направляти і так далі. Дякую вам за бесіду, до побачення.